Может, кто еще желает? Прошу вас, пожалуйста. Встречай, приятеля. Где работаешь? В стройке. Что делаешь? Куру. Как и куру, так и куру. Прихожу, работы. Раствор бар, раствор есть, кирпич йог нет. Прихожу мастере, что делать? Нечего делать. Как нечего делать? Перекур делай. Хорошо. Утром тартам. По-татарски будет сижу, куру. Дальше машины привозят раз, это кирпич. Кирпич бар, кирпичи есть, раствор йог засохнул. И что делать? Курить утром тартам. Икши. Дальше машины привозят кирпич, привозят раствор. Работать можно? Нельзя. Почему? Обеденный перерыв. Прихожу завком. Шайтан такой работает. Что это? Шалтай-болтай получается? Я думал, я пользу приносить буду. Государство пользы, себе пользы, стройка буду работать, свежий воздух. Какой свежий воздух? Вредный цех получается. Тихо. Не кирчи, мы тебе квартиры дадим. Не надо мне квартиры. Я честный человек. Я собрание выступать буду. В общем, собрание выступал. Товарищу и говорил. Дальше я рот открывал. Председатель собрание закрывал. Перекур обел. Все курили. Я за грудку хватался. Мне голова циркулем пошла. Я упал. Мне Склифосовский привезли. Профессор меня слушает, у тебя очень опасная болезнь, перекурить называется. Срочно операции. Положили меня на стол, на морде лесов флорохорма. Считай, считаю. Раз, два, три, одну минуточку, профессор, скажи, у тебя ножик есть? Есть. Три, четыре, пять, одну минуточку, профессор, скажи, у тебя иголки есть? Есть. Три, четыре, пять, шесть, одну минуточку, профессор, у тебя нитки есть? Почему? Спрашиваешь. Я спрашиваю, почему? Ты меня разрежешь? Тебе зашивать надо будет? Тебе нитки не хватит? За нитками пошлешь, перекур устроишь, я помирать могу? Тихо, спокойно. У нас и все есть. Почему такой? Доктор, операции все есть. У нас тоже операции. Почему у нас это нет, того есть, это нет? Думать надо. Соображать. Тогда будет один большой парадок. Один маленький перекур.